7 декабря – Международный день гражданской авиации. Сидеть за штурвалом воздушного судна – сложная и ответственная задача. Следующий сюжет о тех, кто управляет спасательным вертолетом. Пилот гражданской авиации Жандос Шатанов 2 года управляет штурвалом спасательного вертолета. Стать пилотом он мечтал с детства. Работа интересная, но сложная и ответственная, признается авиатор. Данная работа мне нравится. У нее есть своя романтика. То есть видеть землю с неба и также приносить свой вклад в общество. Здесь мы выполняем различные санитарные рейсы, рейсы по поиску и спасению людей. Одного желания управлять воздушным судном недостаточно, говорит Жандос Шатанов. Настоящий пилот должен иметь немало качеств. Для того, чтобы быть пилотом, я так думаю, нужна храбрость, смелость, а также первое здоровье. И быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. Сейчас, пожалуй, ни одна поисково-спасательная служба не обходится без применения вертолетов, которые помогают искать пропавших людей, спасать потерпевших бедствия на воде и суше, доставлять пострадавших в больницы, когда счет идет на часы. С Казавиаспасом мы работаем не один год. Мы проводим даже поисковые работы, проводились на отдаленных районах, спасали людей, которые работают, которые потерялись. И также проводим в рамках учебно-тренировочных полетов, проводим тренировки по десантированию, притушению пожаров. В этом году неоднократно проводились. Сегодня по Павлодарской области функционируют 2 спасательных вертолета и 4 пилота готовы к взлетам в чрезвычайных ситуациях. Кристина Каспирой, Жанасыл Серикболуман, Бейімбет, РТС Ақпарат.